Іванс від Айс, Разберіс, тест на жижло. Поїхали. Так, первым участником, как обычно, у нас выступает дрипка на две спирали с нижним обдувом. Так, слышно малину, слышно кулер, слышно, ну, может быть, какой-то крем. Ну, это из того, что я, собственно, разобрал. Очень вкусная жижа, такая именно кисло-сладенькая жижка. Так, что у нас пишет нам производитель? Нежный малиновый леденец. Ну, на леденец может быть и не совсем похоже, но, собственно, в принципе, очень зачетно именно по дрипке, все замечательно. Вкус сбалансированный, ничего не уходит влево-вправо, кулер отрабатывает отлично, он где-то в серединке. Его достаточно, его ни мало и ни много, его вот как раз достаточно. Малинка тоже чувствуется, я не говорю, что она там слишком такая вот малина-малинистая. Нет, ну она правильная малина, и она кисленькая, вот как малинка, кисло-сладенькая такая. Ну и крем как бы все это дело сглаживает, да, то есть делает такой вот плавный переход. Ну это по крайней мере в дрипке так. Сейчас попробуем, что у нас в баке. В баке мне чуть понравилось меньше, все это смешалось в такую больше однородную массу. Малина как-то смешалась с кремом, ну, по крайней мере, на этих койлах, на этом баке. Но все так же, все понятно, все ясно, все вкусно. То есть это, ну, вы когда парите в бессознательном состоянии, это однозначно жижа такая на повседневку, на постоянку, с хорошим вкусом, с хорошим послевкусием, ничего у вас не кумарит и не прибивает. Будем говорить так немножко на сленге. Что касается дрипки на одну спираль с боковым обдувом. Что мне нравится, что кулера в меру, что нет перебора. Звучит по третьему, звучит тоже хорошо. Похоже на бак, то есть все смешалось в такой общий фон, не прибивает, сочно, именно сочно, и крем тут, вот что мне понравилось, что абсолютно не лишний. Я не знаю, крем это или ваниль, честно говоря, не знаю, я же не знаю, что туда, собственно, положил производитель, но вот оно заходит. Ну, собственно, и МТЛ-ник. Сейчас я его чуть подзаправлю, потому что я его только смочил койлы. Ну, кулер начинает вылазить наперед. Крема почти не слышно. Малина вылазит, малина и кулер. Ну, крем, я буду говорить такой вот... Что-то сладкое, будем говорить сладкое. Сладкое не слышно, вылазит малина, именно вкус малины кисло-сладкий, вылазит кулер. Кулер начинает доминировать. Жижа не для МТЛ-ников. Ну, по крайней мере, как для меня, нет. Тут не зависит от количества никотина. Вкус распадается немножко. Ну, это нормально. Опять-таки, это сложный коктейль, поэтому здесь нормально, что вкус распадается. В МТЛ-нике, потому что не хватает места, объема для того, чтобы показать всю картину, всю красоту игры. Ну, в принципе, нормально, но я скажу, что в дрипке на одну спираль, в баке и в дрипке на две спирали все звучит намного ярче. Вот так вот. Больше всего мне зашло... будем говорить, дрипки на две спирали Генджи, да, потом может быть это будет даже, ну, бак и дрипка на одну спираль, это плюс-минус одинаково, это вообще мне не зашло, ну, потому что оно все очень тусклое и непонятное. В принципе, я не ожидал другого. Ну, вот сейчас вот начала вылазить сладость именно. В принципе, в МТЛ-ке тоже парить можно, но это не фонтан для МТЛ-ки. Точнее, скажем так, парить можно, но оно не открывается на все 100% в МТЛ-ке, поэтому, опять-таки, для меня это не МТЛ-ный вкус. Все.